Тишина этих песков обманчива. Она словно просит: найди, узнай, пойми, что здесь было в глубине веков. Эта тишина дает подсказки и оберегает скрытую загадку истории. Эта тишина позволила когда-то построить здесь город, храня в песках его величие. Эта тишина и эти пески нехотя уступают и постепенно раскрывают великую тайну былых времен. Платон впервые употребил слово «археология» в значении «история прошедших времен», «история цивилизации», которую не донесли до нас письменные источники, но которую могут рассказать засыпанные песком города, обломки посуды и статуэток, руины некогда величественных стен. В 1956 году хорезмской археолого-этнографической экспедиции было открыто городище Акшакан-Кала, или же Казаклы-Яткан, расположенное в Берунийском районе Каракалпакстана. Этот самый крупный археологический объект на правобережье Амударьи раскинулся более чем на 40 гектарах. Когда-то это был цветущий оазис Древнехорезмского царства с централизованной системой искусственного орошения. Грандиозные масштабы городища и монументальная архитектура дали возможность ученым предположить, что именно здесь была одна из самых ранних столиц Древнего Хорезма. Исследование Акшакан-Калы началось в 1995 году совместной археологической экспедиции Каракалпакского научно-исследовательского института гуманитарных наук Академии наук Узбекистана и Сиднейского университета Австралия. Совместная археологическая экспедиция работала под руководством профессора Вадима Николаевича Ягодина и профессора Алисон Бетц. Каждый год совместная экспедиция проводила раскопки, постепенно открывая все новые подробности и тайны древнего города. Исследователи выдвинули предположение: именно городище Акшакан-Кала стало столицей древнего Хорезма после выхода государства из состава державы Ахеменидов в первой половине VI века до нашей эры. Городище Акшакан-Кала разделено на две части: нижний город и занимающий не менее четверти площади верхний или священный город. Городище имело мощную фортификационную систему. Ширина защитного рва составляла 35 метров. Городскую стену предваряла протоихизма, передовая стена, встречающая стенобитные орудия врага первой. Сама городская стена, разделенная на три уровня, была оснащена двумя рядами бойниц, расположенными в шахматном порядке. Вход в город проходил через так называемый лабиринт, попадая в который враг оказывался в ловушке, обстреливаемый из бойниц со всех сторон. Внутри, вдоль городских стен, располагались жилые и рабочие помещения. Наличие канализации и водостоков говорит о высоком уровне развития живших здесь людей. Сам город был сосредоточием власти. Об этом говорит кирпичная кладка мостовых. Кирпичи свозили сюда из разных областей. Каждая область ставила свой знак «Тамгу» на кирпич. По количеству найденных тамг можно сказать, что именно в священном городе находился основной состав власти. Как показали археологические исследования, здесь были сосредоточены сооружения, которые предварительно определены как мавзолей, культово-церемониальный комплекс и несколько сооружений неизвестного пока назначения. Мавзолей находился в центре священного города, где, по предположению исследователей, был захоронен основатель династии Сиевушидов. Одной из составляющих культово-церемониального комплекса является здание размером 60 на 60 метров с внутристенными коридорами. Оно было окружено тремя рядами стен, общая протяженность которых составляет около 1 километра. Внешние стороны стен были отштукатурены алебастром,
На некоторых участках были обнаружены следы настенных росписей. Невероятно, но, возможно, здесь было расписано около километра стен. Первые небольшие фрагменты росписей и архитектурного декора были обнаружены в 1999 году. В 2005 году, набрав группу реставраторов из различных научных организаций Узбекистана, России и стран Европы, экспедиция приступила к широкомасштабной расчистке, консервации и научному изучению настенной живописи. На восточной стене южной половины западного коридора был найден фрагмент росписи. Несмотря на то, что сохранились изображения лишь нижних частей персонажей, очевидно само действо – это караван или процессия, движущаяся с юга на север. Караван состоит из 5 разномастных лошадей, которых ведет человек. Несут ли лошади поклажу или это всадники, к сожалению, пока остается загадкой. Возможно, сюжет процессии предвосхищает более позднюю настенную живопись Афросиаба. В 2006 году в северной части коридора, в завалах и наслоениях, оказалось большое количество фрагментов многоцветных портретных изображений, некогда располагавшихся на стене. Эту часть коридора археологи назвали портретной галереей. Вся плоскость восточной стены была разделена двойными сплошными линиями на прямоугольные ячейки размером в среднем 60 на 45 сантиметров, которые располагались горизонтальными ярусами в количестве не менее 3. В каждой из этих условных рамок находился портрет, то есть в 3 ярусах стены длиной 53 метра могло находиться более 120 портретов. Портреты выполнены по единому канону. Торс в фас, голова в профиль, ориентирована влево или вправо. Позы персонажей портретов аналогично представлены на монетах древнего Хорезма, на реверсе которых изображался официальный царский портрет. Все персонажи галереи безбородые и безусые. Длинные черные волосы гладко зачесаны назад. Форма серег у каждого своя. Яркая особенность – окрашенные в красный цвет уши. У многих народов красный цвет считается символом плодородия и власти. Изображения достаточно стилизованы, однако каждый портрет имеет свои, пусть и едва уловимые индивидуальные черты. В настоящее время в коллекции имеется 54 фрагмента живописи, на которых сохранились следы одного или более портретов. Особенно ценными оказались находки надписей. Археологи обнаружили небольшой фрагмент чудом сохранившейся алебастровой обмазки с фрагментом надписи на древнехорезмийском языке и сразу предположили, что это своеобразная подпись к портрету. Профессор Лившиц смог выделить в надписи фразу «сын Ехича» и идеограмму, означающую «царь». Это стало еще одним подтверждением, что портретная галерея изображала хорезмийских царей и членов царского дома. Все имеющиеся в коллекции портреты могут быть разделены на 3 группы. 10 персонажей наделены атрибутами царской власти в виде короны и многовитковой гривны. Они изображены в профиль влево. 44 персонажа с непокрытой головой изображены в профиль вправо или влево. И только один портрет поясной или даже в полный рост, что говорит о высочайшем статусе этой персоны. Возможно, он является основателем династии. И если рассматривать портретную галерею Акшакан-Калы как галерею царей Хорезма, то можно предположить, что процессия – это не что иное, как прибытие на эту землю основателя Сиявуша, которого Бируни называет основателем династии хорезмийских царей. Пройдя через коридоры с настенной живописью, попадаем вовнутрь здания, где располагался красный алтарь, уникальная находка, обнаруженная исследователями в глубине здания. Не вызывает сомнений, что здесь проводили некие культовые обряды. Здесь были найдены фрагменты мебели, выполненной из слоновой кости.
А также были обнаружены фрагменты посуды и глиняных скульптур с многоцветной росписью. Некоторые фрагменты глиняных деталей архитектурного декора были покрыты золотой фольгой. Рядом с культово-церемониальным комплексом были найдены каменные основания колонн. Профессор Вадим Николаевич Ягодин выдвинул предположение о том, что найденные колонны – это часть зала 100 колонн, который, возможно, являлся тронным залом. Загадочный город был богат. Он жил, он становился все более могущественным. И, вероятно, стал бы еще больше, но строительство оборонительной стены Нижнего города так и не было закончено. Сюда хлынули многочисленные кочевые племена, принося с собой войны и оставляя после себя разрушенные города, которые медленно поглощали пески. Преднамеренное уничтожение портретной галереи датировано концом II – началом I веков до нашей эры. Это время – крушение Греко-Бактрии, после которого в странах Средней Азии наступает своего рода смутный период. Предметы древнего искусства, запечатанные на тысячелетия в глинистых наслоениях Ахшахан-Калы, позволили прояснить детали этих драматических событий, в которые был вовлечен Хорезм, получить материальные свидетельства существования ранее считавшейся легендарной династии Хорезмшахов. Ученые уверены, что Ахшахан-Кала, молчаливый свидетель событий 2000-летней давности, раскрыла еще не все свои секреты и с нетерпением ждут новых открытий. Бесконечность имеет свое продолжение. Горизонт не догнать, не поймать. Человечьей природе подстать — это вечные тайны кружения. Шорох, шепот и след. И за ним миллионы таких же следов. Их оставит лишь тот, кто готов, уходя, уступить это место другим.